даже курить успел. Завода выехал просто. Где ты до этого ехал? Живенький весь, вообще ни одной сутки. Обратил внимание на этот гетц, который приезжал красный, да? Моя девушка приезжала, тоже живая вся. Мне покоя не дает вот эта фигня. Какая? У Саши информация одна, у нас информация другая. Напрягает она прям. Как ее найти где-то в телефоне? А у него есть какая-то? Он же скидывал в основном на Хантуса. Правильно? У него своей карты нету. Че, повалили? Thank you.
еще не 40. Первый раз, когда мы к нему поехали, он нам дал 365, правильно? Когда мы к нему второй раз ездили, мы ездили или... Осторожно, второй раз, он тебе как бы дал. Потом у нас была доставка точки багажника, бутылок, помнишь? Это он нас давал. Это вот как раз 65, я не смотрю, 60-65. Блин, ну прослушивать всю эту информацию, это же дураком можно стать. Полгода прослушивать. Там и по теме, и по теме. Обновим инфо. Итого у тебя уже вложено 440 плюс 15 утром. 455. Ограничение 40. Это я ему писал 20 ноября. Мазда была почти готова. И 15 он дал на этот, на Камрюху. Это вполне возможно. 440 плюс 15. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40.
удара в спину. Ограничение 40. Осторожно. Дети. Ограничение 40. Саш, 465 у тебя, возможно, в голове отложилось по той причине, что изначально она нам обходилась вот всего с твоими, там, с нашими какими-то вложениями. Обходилось 4, а потом мы еще добавили на нее, там Серега добавлял, что-то нужно было. Напомню, что ты делал? Что-то потолок, стойки стабилизатора, стойки. Бортроники, дальний свет, пробег. Бортроники, дальний свет, пробег. Короче, вот так еще накрутилось где-то около пятнашки. Итого она обошлась где-то в 480. Надо сегодня привести в порядок. Помыть? Да. Давай сразу по его уходу сейчас поедем. Куда? Ну, куда еще? В этот? Ну. GTA? Но не комплекс обычный, без, да? Без багажника сразу. Или комплекс без багажника? Да, без багажника просто отдай его. Багажники бесполезны. Там, да, вообще. Ну там багажник-то и не грязный, он просто завозит. Ну да. Так, ладно, хоть встала немножко на свои места. 65 у него в этот вложено. Сегодня выходил на балкон и открыл пачку сигарет. Знаешь? Конкретно, конечно, поел я. Ограничение 70. Ну,
ограничение 60. Так, сегодня у нас воскресенье, правильно? Ага. Воскресенье. В понедельник у нас что? Просмотр поликов. А во вторник у меня поездка за ремонтом. Продажа Мазды. Продажа Мазды во сколько? Давай. Так, что нужно было ему сделать? Готовить, распечатать договор. Да, договор и еще что-то он хотел поменять. Колеса. А, колеса. Он хочет купить отдельно стихи колеса. Кто хочет купить? Покупать не важно. Он отдельно хочет купить? За сколько? Еще не разговаривали на это дело. Вы скиньте, я посмотрю. Ну, чтобы год выпуска был на них указан. Да, на не указан. Я вот не помню, это они, не они. Да, они. Я помню, что мы раз вытаскивали фотки. Олеган, гаишники, подожди. Олег. Гаишники стояли на дороге.
едем по Ленинграду. Как? В Москву. Съездили, походу, Мальцева, кажется. Да. Да. Вот, что там Колян-то где? И пришел, вышел на связь. Надо смотреть, потому что я тебе прям его Андрюша, что я был, Андрюша говорит, это супер охуенный вариант. Говорит, там если, ну я ему объяснил, что там их несколько штук, вот, я говорю, мы, у нас только денег на два есть. Говорит, бля, говорит, подгоните мне тоже один, там, один-два, тоже заберет. Ну, я еще нигде, я вообще ни разу не разговаривал с этим человеком. Там же Колянский вращается. Да. Ага. Ну ладно, разберемся. Ну ты что, где есть? Тоже хочешь что-то поднять? Нет, он просто просит его один тип. Так, чё? А ты одни такой? Одну покупал? Нет, ты чё? Нифига. Я доставлю еще. Что, 6-7? Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение
ограничение 40. Останется, еще будет получше связь. А сколько за комплект? 1008, может, 1010. Колеса с дисками готовые, которые два сезона у него точно проходят, да? А то и больше. А сколько они стоят? Без понятия. 15 радиус. Я думаю, рубля по 3,5. Шина новая. 3,5-4. Одна новая шина. А это Хаби Пилита 7-я. А, 5-я. Вот, да, не ставили совсем, да? Ну да, пару лет. Может, не больше. 4, наверное. Не возьмет. Он там педант какой-то, он там вот русская его интересовала. Сантьяна, J32, передний бампер. 32 капот 9-10. Я думаю, 12. Чини 60. Впереди мобильный просто тайс. Чини 32, капот и телевизор. Телевизор я не знаю, сколько. 4500, наверное, тоже. Нет, больше. И меньше. Поэтому больше. Я смотрел, по-моему. Скорость радиатора. Клаксонами, трубками. Ну вот от этим 15 сбой. А что? Ну, 5000 есть. Да? Полный, да? Да. Ну, можно себе так ответить. Без радиатора просто хрена, да?
так было условие. За один? Да. А задние? Да, бля, по 4. 8, да? Ага. Тоже в сборе. Ага. Часть.
Сашка еще говорит, возьми из моих полтинник, не закрою. Уже тебе с голова с плеч. Мазда уже на пользу пошла. Сразу закрою. Недалеко осталось, но до нули. Не, погоди, вот смотри. Тон кредит, ну, с Мазды. То, что ну там по 30-й остается. Я, наверное, этими деньгами закрою кредит. Останется куда не поящу. И останется два у меня. Ну как выдадут? 900 с чем-то. Ну, сорокет в месяц останется. Так остается.
чтобы мы оттуда не выехали. Бабки надо тусануть куда-то, да? Впереди город, ограничение 60. Вообще охуенно, да? Низкий, но охуенный фильм. Как типы, 1 000 000 евро отработали. У бэповцев. На взятку везли. Нет, я, наверное, знаешь, что я не буду закрывать. Вот тот, который у меня по 11, по платежа осталось. Наверное, пару месяцев нужно и потерпеть, да? Также по 1. Какая разница, что я сейчас 20 отдам, что я 2 месяца буду 50 отдавать. 2 месяца, да, не особо большой подарок. Да, да. Сейчас вот смотри, уже даже не 2, уже 1.5. По 27 я должен буду там 10 660 заплатить. И в следующем месяце там 10 500, где-то так, наверное. И все. То есть смысл мне сейчас брать и... Может, поедем обманок накупим? Ван гасителей. На все? Сколько у нас их там возит? Сашка деньги, кстати, не собирает. Да? Отпускайте дальше в дело. Вот красавчик вообще. Доверие заработали мы все-таки, да, то, что мы не какие-то уроды. Ну, конечно, хреново. Пятитысячные мошенники, блядь. Хреново все прошло, ну, в смысле, в плане этого времени, ну, да, срока и ожиданий. Ну, то, что как бы хотели больше, да, получилось долго и меньше. Пока надо думать и обсуждать это где совместно с ним. Может быть, все-таки с аукционов одну какую-нибудь попробовать. Недорогую, Renault Logan какой-нибудь. Попробовать вообще. Как вариант, кстати, да. Они там живые.
Вообще так, точно. Так я кладу.